Константин Паустовский. Белый Севастополь плавно плыл нам навстречу. Он встретил наш старый пароход полуденным пушечным выстрелом и голубыми крестами андреевских флагов. Значит, на самом деле, а не только в книгах, существует этот город, где умер Нахимов, где рвались на бастионах пушечные ядра, где воевал артиллерист Лев Толстой. Вот он здесь, этот город. Из письма императора Николая I князю Александру Сергеевичу Меншикову, главнокомандующему войсками в Крыму от 27 сентября 1854 года. Благодарю всех за усердие. Скажи нашим молодцам-морякам, что я на них надеюсь на суше, как и на море. Никому не унывать. Надеяться на милосердие Божье. Помнить, что мы русские, защищаем родной край и веру нашу. И предаться с покорностью воле Божией. Первые впечатления от увиденного на севастопольских бастионах 7 ноября 1854 года легли за основу знаменитых севастопольских рассказов Льва Николаевича Толстого. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти. Не за город, за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский. Россия ни в какой форме не смеет равнодушно предать многомиллионное русское население на Украине, отречься от нашего единства с ними. Если крымчане будут стойко стоять за свое русское наследие, то они устоят. Александр Исаевич Солженицын. Взглядом вежливо смотрят, вежливо просят, просто стоят они вежливо рядом, просто оружие вежливо носят. Все будет хорошо, отлично будет. Победы предков нас вперед зовут. Живи, страна, вежливые люди, отчизны честь и славу сберегут. Вежливы каски, вежливы лица, вежливы даже стальные машины. Вежливо наша родная столица, о вежливых людях слагая былины. Все будет хорошо, отлично будет. Победы предков нас вперед зовут. Живи, страна, вежливые люди, отчизны честь и славу сберегут. Отчизны честь и славу сберегут.
будет, победы предков нас вперед зовут. Живи, страна, обежливые люди, отчизны честь и слава.